Это тяжелый вопрос. Я могу сказать, что потому что интересно, другого я не могу ответить. Просто интересно и все. И, как говорил Райнхольд Месснер, это один из великих альпинистов, ему тоже задавали вопрос, примерно такой. Мы говорили, почему вы ходите в горы? Он ответил, потому что они есть. Но там чисто только горы. Вот у меня просто, ну, наверное, я любопытный, мне нравится. Другого объяснения не могу сказать. Я считаю, что каждый человек просто не может, а обязан путешествовать как можно больше. Не только, не надо зацикливаться там за рубежом или не за рубежом, а у нас в том числе. Во-первых, потому что это ты наконец поймешь, что ты из себя представляешь с точки зрения человеческих качеств. Потому что ты ограничиваешь себя, ну, в определенных вещах, и ты сразу начинаешь понимать свою, ну, как бы состоятельность. Ты попадаешь в те какие-то там тяжелые, непонятные условия, в которых ты выживаешь. И опять же, это улучшает, ну, то есть твой жизненный опыт. Ты становишься, ты спокойно реагируешь на разные вещи. Во-вторых, ты сталкиваешься с людьми, которые не у тебя возле дома, а абсолютно незнакомые людьми. И ты начинаешь их понимать, уважать и так далее. То есть ты становишься более восприимчив и более толерантен. То есть чем больше человек путешествует, тем он становится лучше. А и отношение его к другим людям становится, соответственно, лучше. И тогда получается, ну так, как смешно говорят там, да, мир, дружба, шоколадка. А так, когда человек сидит у себя дома, мы, каждый из нас привык, да, и вот почему появляются своего рода вот эти люди, которые кричат, там, мы самые лучшие русские, или там, мы самые лучшие там армяне, необразные, или там, китайцы, монголы, неважно. Из-за того, что вот он живет на одном месте, и он не знает остальных, он слышал, что они плохие, и он слышал, что там что-то плохо сделали. А чаще всего, у нас, знаешь, как, есть хорошая поговорка такая, что у соседа видно, вернее, ну да, у соседа видно и соринка в глазу, а в своем собственном глазу бревна не видно. Так оно и есть, потому что, естественно, мы всегда замечаем не свои недостатки, а чужие недостатки. А надо всегда работать и всегда анализировать и работать с самим собой. Самая великая победа, как говорили великие, это победа над собой.